И всем привет, ребята! Вы на канале Кота Туб, с вами я, Влад и Фроси. Сегодня мы снимаем видео, как это называется. Да. Мы угадываем, что в коробке, вот этой вот, сюда будет света что-нибудь класть. Мы засовываем руку и угадываем, что. И нам будет нарисовать, что там. Да. Только что не подглядывать. Как? Не знаю, что мы придумаем, короче. Да. На полу можно рисовать. Угу. Ну, что ж. У нас вот такой сюжетный цвет. Раундов будет 5. Ну, потому что уже больше. Ну как раньше. Больше это уже много будет, а меньше это как-то уже несерьезно. Так. Свет, давай выбирай какой-нибудь первый предмет. Так, разворачиваемся. Она же ребенка, она может вообще хоть что туда положить. Главное, чтобы это не была кошка. Нет, главное, чтобы это не была кукла. Котейку легко там нарисовать. Нет, главное, чтобы это не была кукла. Куклу очень сложно нарисовать. Ключо легко. Вдруг она себя нашумит. Да. Свет, ты что, положила? Положила. Так. Поворачиваемся. Смотрим. Так. Давай, кто первый? Давай я. Осторожно, она может упасть, если эту штуку поднять. Давай, я буду держать ее. Не понял. Что там? Дико. Понял? Это как? А, вот! Я не то нащупал. Я нащупал какую-то крышку от этой коробки. Ага, понятно. Теперь я. Это ключ. Это что такое? Стой, подожди, так мы вдвоем рисовали. Не, я могу найти взять. А, вот что-то. В смысле? Ты что, читер? Так, закрываю. Все, я сразу убираю этот предмет, да? Нет, не надо, убираешь? А. Теперь я его возьму. Хорошо. О, я себе. Я его возьму и вам потом покажу. Да? У меня будет блестеть. Да, раз. То, что рисовал я, ключ. Я тоже ключ. Так, я вам покажу. Это ключ. Да, ну, покажи себе. Вот, это ключ. Теперь подойди сюда. У тебя по цвету похож, у меня не похож. Сравнивай, какой будет красивее. Какой больше к этому подходит? Фроси? У меня... Я думаю, что у Фроси. Что? У меня даже цвет так, у меня цвет что? Подходит, у меня все, форма даже лучше, чем какие-то 3-4 кренделька, у меня вот сколько фиг упирает. А у тебя не была такая обводка, а у нее была обводка что? Такая. Какая разница? Потому что я же оценила. У меня тоже блестящая. С цветом. Ну ладно, мне же это даже лучше. У меня так что? Да, это наказание будет. Нет? Все, нет. Давай я вообще лучше нарисовала. Не знаю, почему она меня выбрала. Потому что ты с ней лучше дружишь. Здесь значит не реально куклу, не надо куклу и кошку. Я уже иду с предметом. Положила. Положила. Так, не смотрим. Ну что ты всегда первый щупаешь, я не понимаю. Это второй раз. Это что? Ага. Понял, слегка. Дай мне тоже. Вам. Дай Фроси. Вот это одна, да? Это одна часть. Это одна. Это полная часть. Что? Но это точно круглая форма. Я видела такой предмет здесь. Все, пускай рисуем. Я знаю, какой у меня предмет. Мне типа объем. Ноги Амангас. Ноги Амангас, кстати, похожи. Но у меня вот такой. Сейчас. Достаю. Тебе что? Ободранная стёрка. У меня есть
У меня ободранность. Это пластик. Ну, то же самое. Ну, смотри, подожди, дай-ка ему посмотреть. Ну, смотри, у меня вообще точь в точь. Посмотрите, чисто посмотрите. Смотри, у тебя у меня ободранность. Да ну нафиг. Победила. Ну, победила. Прося. Сразу говорю, победила. Ну, смотрите, чисто вообще почти точь в точь. Да, точь в точь. Так нечестно. Честно, потому что... Ну, первый раз было нечестно. Это первый раз точно нечестно делал. Здесь хотя бы по цвету. Теперь следующий предмет. Сейчас, листики. Следующий предмет. Я уже вела. Положила. Что ты всегда первый туда тянешь? Это кто такой? Это кукла? Нет. Нет, не кукла. Здесь два предмета. Какой-то. А что читеришь? Нет. Один надо, один. Надо один предмет. Тогда подай. Это. Стой. Не смотри. Да не смотрю я. Подожди, смотри на зрителей. Я не знаю. Что-то выбрала. Похоже на звук на карандаш. Не, на карандаш. Что-то, может быть, я понял. Все, теперь. О, Господи, где этот предмет? Вот это? Я не знаю, это то, что просто, скорее всего, я, наверное, поняла. Это типа вот такая. Это из. Это все. Мини-лента. Да. Мини-лента. Что это такое? А рисовать большое или такое размер? Ну, как хочешь. Ну, ты же маленькая. Я точно не знаю, как это вообще все выглядит. Я знаю, типа там вот такая вот крышка. Будет так. Да, все? Ну да. Давай. Сейчас. Вставай, что там? Это... Да мини-фрутоняня! Я думала, это кейчик. У меня голубая фрутоняня, даже крышечка оранжевая. У них типа ребристые крышки. Я сначала думала тоже сначала, то, что это кетчуп, потом почувствовала какую-то крышечку ребристую и поняла, то, что это не кетчуп. Я сейчас скажу. Вот, да, здесь понятно, что. И опять Фрося. Ну, понятно, возможно, уже дальше не я. Может, и ладно, у тебя же есть возможности еще. Ну как, еще два раунда. Два раунда, что-то быстрее чаешь. Ну, может, и продлить, ну ладно. Сейчас. Закрывайте все глаза. Давай какие-нибудь посложнее предметы, которые, допустим, я ходила. Хорошо. Я иду с предметом. Я... положила вам предмет. Это... Хотя ты... Да ну нафиг, ну я это не нарисую. Я понимаю, что это, но я этого не нарисую. Я могу попробовать. Я помогу вам нарисовать. Не, ну я как бы не понимаю, какой цвет. Я понимаю, я тоже пощупаю. Ничего, понимаешь? Дай тебе поближе. Ну, я такое тоже не нарисую. Ну? Я такое тоже не нарисую. Да. Даже непонятно форма, что это за форма. Можно вторую руку засунуть? Можно. Сейчас. Подожди, я коробку через. А что? Думаю, что Влад проиграл, что чужой. Опять. Что? Что, я неправильно уже рисую? Ну, ладно, я примерно поняла, что это за форма. Хорошо, допустим. Ну вот по форме похоже. Давай. Ты неправильно нарисовала, это может не то. Это не то, наверное. Это? Там еще внизу. Что на
кругленькая. Тучка? Это тучка! Это... Света, что там? Это вот здесь. Это тучка? Да я ничего не вижу. Вот здесь сердечко, а здесь такие листики. Это тучка! Я думала, это бабочка. Это тучка! Какая тучка? Ты сама говоришь, это листики и сердечко. Ну, я не знаю, но по форме я нащупала. Ну, по форме у Фроти меньше похоже, мне кажется. Ну, в смысле? Вот тучка похожа по форме. Ну, да. Но... А давайте здесь не я решу, а подписчики решат. Ну, типа у меня не совпадает цвет, но чуть-чуть похожа форма. У тебя... А давайте правда, что подписчики угадают она и напишут в комментариях. Ну, покажи, ну, ты им покажи. Похоже. Вот. Я нащупала тут. Я сначала тычку нащупала, потом узнала, что это бабочка. Ну, что мне такая штука получила. Ну что? Еще один раунд. Сейчас я пошла за предметом. Потом. Я иду с предметом. Сейчас туда видя. Ой. Сейчас. Я еще положила. Да ты ж читер. А, это что за сопля? Ага, понял. Понял. Это куда? Только не знаю, какую. А где эта штука? Вот тут что? Вот тут вверху. В этом углу? Где-то тут есть точно. Где? Дайте посмотрю. Вот. Вот это? Вот. Я тоже знаю. Нарисуйте тогда! А в смысле? Стой, как? Нарисуйте! Я могу предположить... Цвет нереально предположить просто. Я не знаю. Какой мне больше нравится, я такой вижу. Вот, как-то вот такой. Ну, я понимаю, что это... Так, я предположу, мне цвет будет больше нравится. Как раз под цвет коробки. Это может быть и под тему? Так не надо подсказывать. Это маленькая. Ну, допустим, такого цвета. Синего. А цвета может быть и синего, и желтого, и вообще оранжевого. Я не знаю, рисуйте, какие вы хотите цветами. Но это был, если вы хотите, это был последний раунд. Мы снимали с этим видео, кстати. Да. С чем? Ну, с этим, что с этим предметом. Я могу на палец. Доставай. Да. Это? Это? Какого цвета? Ну, показывай. Покажи зрителям сначала. Угу. Не знаю, она могла туда вообще любого цвета засунуть. Зеленого. Желтый? Чего? У меня узор почти похож. Ты как это сделала, ё-моё? Да не было же там желтого. Как? Не было же желтого цвета. Я помню, у нее есть такой... Какие-то были? Я вообще не помню, что желтый цвет там был на этих ногтях. Да когда покупали, там было только синий, розовый. Так это у нас, у нее тоже свои же были. Блин, так ничего, ты все знаешь, что у нее есть. Давайте я покажу, а вы пока рассматриваете, подмешайте. Я не уверена. Ну ладно, что я такой уже? Ну, треугольник похож. А кто победил-то, я? Да. Ну я вам... Это нечестно, ты знаешь, что у Светы больше, чем я. Потому что ты к ней почти каждый день в гости ходишь. Да, у меня два. Я в первом раунде выиграла в этом спросе, потому что она прям нарисовала. Мне кажется, он в первом выиграл, но посмотрите на ключ, покажи ключ. Ну потому что как-то не очень честно, что типа покрасивее ключ. Вот. А вот мой. У меня по цвету не похож. И что? У меня более, так сказать, на ключ похож. Да. Я похожа на стол. На столб вот такой, землю вставляется. Землю вставляется. Ну ладно. Ну, Фрося выиграла. Ну, она, конечно, знает больше Светиных вещей. Это понятно. Я вообще у Светы, ну, как бы, был только один раз. Его знаете, когда это было. А
недавно, когда Света немного так грабанули. И всем привет, ребята! Вы на канале Ката Тук, с вами я, Влад, и Фрось. Сегодня у нас стремление ограбления Светы. Вот, кстати, ее дверь. Мы подготовились, позвала сумку и я... Да, Фрось?